Всем привет! На телеканале НТВ выходит новый сериал под названием «Вторая семья». 14 лет назад Ольга Крапивина угодила в лапы маньяка, провела у него в плену более полугода и родила одного сына, который не знает, кто его отец. Из-за полученной в плену психотравмы у Ольги развилась интимофобия. Она может разделить с мужчиной постель, но радости от этого в ее жизни не становится больше. Решив напомнить Ольге, где и кем бы она была, если бы не он, отвергнутый любовник и непосредственный руководитель, отправляет следователя по особо важным делам в свого рода ссылку на малую родину. Там орудует банда налетчиков, работает чисто, никаких зацепок, никаких следов. Ну и Ольге отступать некуда. Ее ссылка может закончиться лишь одним – поимкой неуловимых преступников. Премьера сериала «Вторая семья» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже –